Слава Украине! Всем привет! Привет от Полонского. Ребята, сегодня 95 лет. Знаете, кому исполнилось? Правильно, Киевскому Динамо. Я не знаю, кто из вас болеет за Киевский Динамо, кто вообще интересуется футболом. Я, ну, последние годы, конечно, нет, но когда был помоложе, конечно, страшно, болевав за Киевское Динамо и за сборную Украины по футболу. Я всегда, боже, сколько футболов перепосещалось, сколько... Это честно, вот это Динамо Киев – это кусок жизни. Переживания, это нервы, это бессонные ночи, вспомним эти все игры, это все. Да, сразу скажу, что 75-й год я не особо-то смотрел, да, не тот возраст был. А вот, конечно, уже 86-й год, когда брали кубок, тогда уже, конечно, да, и всех Рацев, Еремчуков, Бессоновых и так далее, конечно же, помним. И Блохин тогда еще бегал тоже, да. Евтушенко, да, все помнят команду. Демьяненко, Хлус и так далее. Это Болтача. Кто помнит, да. Фамилии говорят многом, да. Это команда уникальная, да, в которой кто только не играл. От того же Лобановского, Саба, Бышевец, хоть он и говнюк, но из песни слова не выкинешь. Решка, Фоменко. Боже мой, да. Какие были футболисты. Колотов, Биланов. В разные годы. Это самая, пожалуй, любимая наша украинская команда за все времена. Как ни крути, Киевская Динамо это для всей Украины. При всем уважении к Шахтеру, это больше команда Донбасса. Как-то вот там локально за нее больше переживали. Днепр – это команда Днепра. А Динамо Киев – это команда всех. И ее любили. Я не скажу, что ее все любили. Есть те, кто ее любили. Есть те, кто ее ненавидел. Есть те, кто... Но не было тех, кто, знаете, оставался к ней равнодушен. К сожалению, большому сейчас у нас чемпионат не проводится по понятной причине. Он прерван из-за агрессии фашистской России в Украину. Ничего, мы победим. У нас обязательно будет чемпионат. Мы обязательно доиграем все матчи. И тут же без вопросов, Динамо будет чемпионом, извините. По-другому никак, потому что самый лучший в мире клуб, это, конечно, да. Так что, ребята, всех с днюхой, потому что 95 лет, 27-й год год основания Динамо Киев. Это возраст. Но, как видим, 95-я годовщина получилась такой сложной для нашей команды. Ничего страшного, переживали не только Путля, переживали и Гитлера, так что переживем и этого уродца. И я еще уверен, что у нашего Динамо все впереди. Слава Украине!